Поп-сокет превращается в лежак для малыша. Квадратик? Нет, кружок. Декорируем шерстяной лапкой. Милый котик и бубенчики развлекут малыша. Крошки играют в детской комнате. Девочка пытается обучить друга делать первые шажки. Нежный звон бубенцов и подвески очаровывает малышей. О, маленькие непоседы, вас ждет большое будущее! Старые стульчики превращаем в сиденья. Деревянные палочки и фурнитура пригодятся для каркаса и подвесов. Прямо за смартфоном образовались настоящие качели. Тонируем столбики в красный. Травку облюбовали божьи коровки. Малышка, присоединяйся к остальным. Смотри, там твой друг. О, суперкотик, привет! Леди Баг, я тебя заждался. Скорее на качели. Ю-ху! Этим двоим очень интересно друг с дружкой. Вот так, веселясь и играя, Леди Баг и Суперкот стали старше. Их дружба все так же крепка. Начнем новую игру. Заполнить игровое поле непросто. Упс, гейм овер. О, лишняя деталь нам пригодится. Закрепляем картонную панель. Окрашиваем в серый. Добавим устройство наблюдения. Что происходит на улице, можно выяснить прямо из дома. Леди Баг хотела похвастаться перед другом игрушками. Знакомься, вот мои куколки и мишки. Мне не слишком интересны куклы. Серьезно? Ну да. Как может не нравиться домик? У них там целый мир. А знаешь, что за этим шкафом? Догадываюсь, стена? Ну, почти. Вау, перед малышами распахнулся тайный зал. Отсюда я наблюдаю за улицей. Вот, попробуй взгляни. Ого, какой обзор! Круто! Главное не пускать сюда злодеев и маму. Шаги! Быстро обратно! Hello? Леди, позвольте взять ваш багаж. What? Эй, это мое! Ага, незаконная перевозка полимерной глины. Изымаем на нужды Лалилу. Формируем корпус фотокамеры. Декорируем линзу. Скоро приступим к фотосъемке. Сперва отправим все в духовку. Фотооборудование готово. Наносим резьбу. Капля объемного лака. Малыши-супергерои навестили лучшую фотостудию Парижа. Приветствую, чем могу помочь? Нам нужна реклама совместного проекта. Весь мир должен узнать о нашей игре. Вы по адресу. Начнем съемку. Wow, that's really great. Ну-ка, улыбочка. Твоя очередь. Вау, круто выходит. Ой, что-то я слишком отвлекся. Продолжим завтра. Окей. Thank you. Bye. Откуда взялись эти чудесные фото? Они точно подойдут для рекламы? Тики летает с ножничками.
Квами помогла нарезать листики для блокнота. Оборачиваем обложкой. Защёлка есть. Неужели это личный дневник «Леди Баг»? Секреты под надежным замочком. Девочка записывает в дневник все мысли и переживания. День прошел здорово, столько приключений. Ох, пора вздремнуть. Всегда хотел узнать, что она там рисует. Дневник нельзя смотреть, он на замке, хоть одним глазком. Кто здесь? Эй, вы чего? Перестаньте шуметь. Прости, вот твой ключ. Я уважаю личное пространство. Заготовки плотного картона слетелись для новой поделки. Наносим метки. Внутреннее поле окрасим в зеленый. Яркое решение. Ты слишком велик. Уменьшим. Ого, сколько игроков! Собираем их на зубочистках. Добавим удобные ручки. Наносим разметку поля. Мяч на поле. Первый тайм начинается. Леди Баг решила преподнести суперкоту тайный подарок. Оставлю записку, чтобы он ничего не понял. Куда бы спрятаться? Здесь слишком видно. И тут заметит. О, идея! Облик Маринет. Привет! Приветик, Эдриан. Тебя не было на уроке. Решила принести учебник. О, здорово! А это что? Моя мечта — настольный футбол. Понятия не имею, о чем ты. Давай сыграем вместе. Будет весело. Матч завершился ничьей. Какую поломашку выбрать? О, подойдет. Неужели появилась гримаса бражника? Окрашиваем шапочку фиолетовой. Формируем шевелюру из шерсти. Волосы уложены в торчащий ирокез. Добавим побольше пирсинга. Бражник-подросток – еще то испытание для всей школы. Осталось подобрать лук. О нет, юбку примерьте на других. Меняем брюки. Снова мимо. В бесконечном гардеробе нашлись подходящие джинсы. Дополним образ футболкой. Для вас срочная доставка. Осьминог привез стильную косуху с шипами. Как раз в пору. Из полупрозрачного пластика получилась смелая форма. Добавим дужки. Крутые очки для крутого парня. Бражник-хулиган постоянно ищет, как бы напакостить. Даже прогуливаясь в парке, он досаждает котику. Ах, вот ты где! Попался! Эдриан как раз фотографировал цветы неподалеку. Это не по нраву бражнику. Ха, папарацци, давай-ка сюда свою снималку. Эй, верни! А ты попробуй отбери! Как тебе не стыдно, негодяй? Взял бы пример с Эдриана. Хоть одно полезное дело за сегодня сделал. Отдай камеру. Ладно. Держи, это твое. Спасибо. Старые наушники пригодятся для нового кресла. Снимаем части амбушюр, обклеиваем тканью. Наклейка с лапкой в стиле суперкота. Колеса старой машинки еще пригодятся.
обрезаем пластиковые элементы, закрепляем. Компьютерное кресло выглядит супер классно. Шло время. Из неловкого подростка Эдриан вырос в молодого парня. Игрушки сменили книги, компьютер и новое хобби – фотография. Целыми днями готов заниматься учебой. Но скучные схемы надоедают даже отличнику. В комнате не осталось игр. Хотя… можно повеселиться на кресле. Юху! Карусель! Круче скейта! Упс, бывает. Зато устроил себе мини-аттракцион. Отдохнул и хватит, пора возвращаться к работе. Из старой точилки мастерим кофемашину. Это лишнее. Понадобится немного пенополистирола. Обводим заготовку. Передняя панель готова. Окрашиваем в черный. Следом дозатор и декор. Плак и тики отвечают за вкусный ароматный кофе. Маринет приготовила чудесный завтрак для Квами и Эдриана. Все к столу! О да, чувствую аромат! Приятного аппетита! Для Тики и Плага припасены сладости. А себе девочка сделала чашечку крепкого кофе. Ух, как бодрит! Что ты пьешь, а? Ты слишком маленькая, даже не думай. Неплохо. Но кофеин придал слишком много энергии. О, нет! Предупреждала ведь, для малышей вреден кофеин. Куда лучше фруктовые соки. Превращаем куколку в главную селебрити школы Хлою Буржуа. На стрейчевой ткани обводим шаблоны одежды. Получились облегающие брючки. Дополним комплект белым топом. Из желтой ткани сошьем легкий укороченный кардиган. Сухая пастель поработала над окрашиванием. Очень эффектно. Из фоамирановых заготовок собираем круглую сумочку. Дополним ее акцентными швами и цепочкой. Хлоя в восторге. Бабочка превратилась в пчелку. Закалываем ее волосы. Самоуверенная красотка идет покорять Париж. Возле университета толпятся студенты. Эдриан хорошо учится, к тому же он пользуется популярностью. Отличница Маринет тащила стопку книг из библиотеки. Упс, извини, не заметил. Можно я помогу собрать книги? Ой, да ничего. Маринет тайно влюблена в Эдриана, и его внимание смутило девушку. Что бы я без тебя делала? А, да это мелочи. Спасибо, еще увидимся. Конечно. Воу, это подъехала Хлоя Буржуа. Ее не очень волнует учеба. Эдриан, душка, давно не виделись. О, Хлоя, привет. Ты где пропадал, красавчик? Ой, нужно отдать книгу Эдриану. Оу, он с Хлоей. Она такая популярная. Бедняжка расплакалась. Бифлекс в белый горошек превращается в облегающий комбинезон. Маринет переоделась. Пятнышки окрасились в красный. Рисуем новый мейкап. Сердитые брови и темная помада. На лице темная маска. Добавим ленточную обувь. Готово. Маринет не похожа на себя. Что же произошло?
Маринетта очень расстроена. Она проливает слезы из-за неразделенной любви. Я дождался подходящего момента. Воспользовавшись слабостью девушки, бражник выпустил Акуму. Бабочка вселилась в героиню, вмиг превратив ее в злую Леди Баг. Мне нужно найти суперкота и отобрать его талисман. Леди Баг застала героя врасплох. Ну что, котик, готов потерпеть поражение? Ха-ха-ха! Отдай талисман по-хорошему! Ни за что, ты его не получишь! Драка на глазах у всех парижан. Вот это выходка! Жители растеряны. Что с ней? Где прежняя Леди Баг? Суперкот оказался проворнее. Леди Баг злая! Никто не знал, что это всего лишь проекция злых намерений бражника. Пупырки-попыт заливаем термоклеем. Соединяем половинки. Обматываем ее красной нитью и покрываем глянцевым лаком. Погоня привела соперников на крышу. Злая Леди Баг решила пойти в наступление, применив йо-йо. Ты-дыщ! О, движения суперкота скованы. Ну что, отдавай колечко. Но парень отбился. Сильный противник. Активирую катаклизм. Но злая Баг перехватила руку, направив на него же. Вот тебе твой катаклизм. О нет, суперкот исчез. Теперь вас никто не спасет. Ха-ха-ха. Жители Парижа в панике. Спасайся, кто может. Леди Баг схватила талисман и удалилась прочь. Старую палетку перекрашиваем в черный. Приклеиваем фоамирановый экран. Цветные счетные палочки сгибаем, превращаем их в две пары ножек. Из лего-деталей мастерим динамики. Одно движение, и трансляция любимого канала идет хоть целый день. В городской кафешке ничего не предвещало беды. Посетители смотрели ТВ, а Хлоя и Эдриан угощали друг дружку пирожными. Прерываем трансляцию на экстренный выпуск новостей. Супергерои больше не на стороне горожан. Леди Баг перешла на темную сторону и крушит город. А, боже, как же так? Не может быть, она другая. Парниша, очнись, ау, из-за злой Баг город в опасности. Прости, мне пора, нужно выяснить кое-что. Наверное, в нее вселились злые акумы. Каркас старого зонтика перекрашиваем в черный. Чертим ровную выкройку. Каждый отрезок натянут между спицами. Создаем принт в горошек. По краю обвивается черная фатиновая тесьма. Мрачный зонтик – подходящий аксессуар для плохого настроения. Маринет шлепала по лужам по пути домой. День явно не задался. Холодно, сыро, а на душе так больно. Эй, не видишь, я еду. Ну и кати себе. Маринет, ты играешь с огнем? Мне все равно. Еще пожалеешь. Вода из-под колес окатила Маринет с ног до головы. Да уж, этот день не может стать еще хуже. Девушка пришла домой и решила провести вечер за кружкой горячего чая, слушая раскаты молний. Эх, Эдриан любит Хлою, какая же ты фантазерка, Маринет. Крошка Тики меняет цвет. Хвостик сверкает блестками. Квами зажала в лапки волшебные сережки. Боюсь, отныне и они обладают темной силой. Как только накатывают грустные воспоминания, Маринет берет сережки и вызывает Тики. В этот раз должно сработать. Тики, ты здесь? Хе-хе, конечно. Что же мне делать? Подскажи. Главное, не поддавайся негативным эмоциям. Не дай им тобой овладеть. А, но я пытаюсь. Маринет превращается в темную Баг.
Так-то лучше. Тики, не бойся. Стоило Леди Баг прикоснуться к Кваме, как и она поменяла цвет. Ну вот, теперь я злая. Внутренняя борьба с Акумой продолжается. Меняются цвета, костюмы, настроение. Но негативная сторона все же взяла верх, оставив Леди Баг злой. Дракол прощелкал по глиттерному фоамирану. Милые красные бабочки. Насекомые взлетели ввысь. Стучат крылышки, но откуда их столько в окрестностях Парижа? Это неспроста. Бражник продолжает пакостничать. В своем логове он обращает белых бабочек в черных акум. Ты не первый год входишь в мое ближайшее окружение. Наделяю тебя способностью увеличивать силы. Даю тебе способность выпускать столько акум, сколько пожелаешь. Отныне ты станешь практически всемогущим. Катализатор наделила его еще одной суперсилой — превращать бабочек в красных. «Летите, мои акумы! Найдите парижан, сломленных утратой их кумиров! Леди Баг и Суперкота! Вселяйтесь в каждого из них!» Бабочки захватили весь Париж, поражая испуганных жителей. Oh, no! «А, бежим! Откуда они летят?» «Ах, вот вы где! Чего тебе, Баг?» Решила расставить все точки над «и». И Леди Баг поцеловала парня. «Ой, я снова прежняя!» «Поцелуй рассеял чары!» Бабочки атаковали разъяренную Хлою. «Кыш, отсюда все!» «Мне пора, нужно спасать город от акум!» Суперкот тоже завершил превращение. Теперь эта парочка точно справится с проделками бражника. Разминаем воздушный пластилин и придаем выпуклую форму, тщательно приглаживая. Зубочисткой намечаем пупок. Осталось покрасить красным акрилом и проставить черные пятнышки божьей коровки. Покрываем сверху прозрачным лаком для ногтей и готово! Я так рада, что мы наконец-то вместе! В тебя было бы сложно не влюбиться, леди! Мы не заметили, как где-то мимо пролетал Квази, отвечающий за суперсилу любви. Но теперь Леди Баг носит малыша. Кролик-талисман принес для Банникс сюрприз. Что же это? Оу, приглашение на вечеринку в честь будущего малыша. Бегу готовить подарки. Сделаем из этой поломанной лол Кваме Тики. Разминаем скульптурный пластилин, выравниваем поверхность, придавая гладкую форму. Вытираем краску с лица, рисуем акрилом новые глазки. Прорисовываем синюю роговицу, добавляем зрачки, проставляем белые точки-блики. Покрываем корпус куколки красным акрилом. Кваме, берегись, я доберусь до тебя! Добавляем черный узор и реснички. Используем небольшой кусочек проволоки. Крепим на него капельку из воздушного пластилина. Закрашиваем проволоку красным. Маленький Кваме Тики спешит к Леди Баг. Но сперва необходимо перекусить. Привет, Кваме Суперкота! Плак, Тики, вот и ваше любимое лакомство. О, сыр Бри! Шоколадное печенье, объеденье! А теперь в путь! Лепим праздничный торт. Коробочку от пластилина заполняем самозастывающей глиной. Разрезаем форму для выпечки, и бисквит готов. Присыпаем красным глиттером. А сверху пишем волнующий всех вопрос: мальчик или девочка? Мой любимый момент. Отрезаем первый кусочек. Внутри торт из красного бисквита с шариками черного шоколада. Замечательно пропекается. Оставим тортик гостям до вечеринки целым. Нужно украсить комнату. Из декоративной бумаги в принт нарезаем треугольники. Звездочки, кружочки, подходит. Наносим термоклей и фиксируем флажки к тонкому шнуру. Ура! Бумажных гирлянд будет достаточно! Скатываем множество шариков.
Вместо шнура используем два гибких карандаша. Термоклеевой пистолет – за дело. Мелкая работа того стоит. Праздничный стол торжественно украшен. Гостей ждет торт, вкусняшки и прохладные напитки. А внизу есть место для подарков. Леди Баг и Супер Кот с нетерпением ждут друзей. Hello. С пополнением вас! Вот подарочек. Спасибо. А от меня примите конверт. Малышу пригодится. Даже Квази в восторге. Леди Баг, вечеринка просто супер! Гости в отличном настроении. Праздник в разгаре. Потише музыку. Время разрезать торт. Первый кусочек для мамы. А теперь медленный танец для пары и дискотека! Кажется, у кого-то сегодня будет первый день рождения. Ура! На свет появилась девочка! Дорогая, ты умница! Доченька просто прелесть! Превращаем пупса в мини-бак. Красим место для прически в синий. Из шерсти для валяния делаем трессы. Приклеиваем пряди. Равняем концы и собираем стрижку в милые хвостики. Из фетра вырезаем комбинезончик. Примеряем на ребенка. Черные пятнышки на нем точно как у мамы. Дорогая, возьми теперь ты малышку на руки. Теперь мы счастливая семья. Выписывать малышку будут в конверте для новорожденных. Из глиттерного фоамирана вырезаем развертку. Чтобы было удобно разворачивать, скрепим кокон на застежку-липучку. А под головой будет бантик-подушка. Мини-бак завернуто тепло и уютно. Для малыша понадобится переноска. Используем половинку упаковки от Kinder Joy. На атласной ткани рисуем такую же форму яйца, но с большим запасом. Загибаем края. Приклеиваем термоклеем, загибая ткань внутрь. Делаем блестящий ободок. А в белоснежном пушистом мехе мини-бак будет как на облачках. Добавим крепление. Украсим коровкой. Приклеим ручку из синельной проволоки. Теперь доченьку можно брать с собой на прогулки куда угодно. Мини-бак с рождения обожает пикники. Правда, пьет на них только молочко. Даже в машине мама спокойна. Малышке комфортно и совсем не страшно. Мастерим коврик с мобилем. Из фактурного красного фоамирана вырезаем круг. А из гладкого черного – полукруг. Соединяем термоклеем и рисуем черные пятнышки. Малышке подходит. Синельную проволоку сгибаем в арку. На леску нанизываем разные бусины. Половинки божьих коровок тоже пригодятся. Девочку не оторвать от яркого мобиля. Коробочку украшаем бантом. Бумагу нарезаем на мелкие полоски. Это мягкий наполнитель. В бутылочку наливаем молоко из белого акрила. Окрашиваем, и соска готова. На зубочистку нанизываем бусинки разного размера. Окраска такая же, как у божьей коровки. Закрепляем сверху прозрачным лаком. Остались туфельки. Конечно, тоже в черный горошек. Отрезок широкой атласной ленты загибаем и фиксируем булавкой. Вырезаем овал, сшиваем оба слоя, но шов доводим не до конца. Теперь выворачиваем на лицевую часть и набиваем синтепоном. Кусочек черного фоамирана и полоска по центру превратили простую подушечку в божью коровку. Мини-бак будет в восторге!
Ха, и правда, подаренные игрушки и соску малышка не выпускает из рук. Мама Бак очень хотела коврик с фото. Пазл на самоклеящейся бумаге разрезаем по линиям. Снимаем защитный слой и приклеиваем на фоамиран. Соберем пазл. Папа-кот плюс мама-бак плюс мини-бак равно семья. Сделаем развивающую пирамидку. Красный, синий, черный, зеленый. Куда все спешат? Лепим из воздушного пластилина блинчики разного размера. Делаем в них отверстия. Нанизываем кольца на зубочистку, а сверху усаживаем божью коровку. Девочка готова часами играться с пирамидкой. Ура! Опять попала прямо в цель. Молодец! Вырезаем круги из красного и черного фетра. Украшаем глиттерными узорами божьей коровки. Полоски и кружочки, живо собирайтесь, все сюда! Сшиваем заготовку по краю, а внутрь подушечки набиваем синтепоновый наполнитель. Вжжж! Что это за пушистая змейка? Подойдет для мягких гибких усиков. Теперь у мини-бак целая гора подушек. Раз, два, три! Смотри, не упади, это не качели! Давай вместе, я держу! А теперь полетели! Малышка так наигралась, что уснула прямо у мамы на руках. Зато Суперкот и Леди Баг теперь все время проводят вместе. Даже злодеи поутихли и дали паре передохнуть от подвигов. Но надолго ли? Еще узнаем!